Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Химки. В рамках рабочего визита осмотрел поликлинику номер 5. В медучреждении работают специалисты широкого профиля, а кабинеты оборудованы по последнему слову техники. Открыли поликлинику в начале сентября. Уже сегодня здесь обслуживают 14 тысяч пациентов. Местные жители могут пройти диспансеризацию за 2 часа. К слову, раньше эта процедура занимала несколько дней. Все кабинеты отделения профилактики расположены в одном холле. Так можно с удобством и без очередей пройти осмотр. То есть вы загружены сейчас в процентном отношении на сколько? Сейчас же еще такой полусезон, да, еще нет? Ну, еще заболеваемость у нас не пик, конечно. Плюс 400 посещений в смену из расчета работы в день, то есть 800 посещений. Вот. Ну и, соответственно, поскольку только открылись, у нас еще... Ну, процентов у нас 70, мы уже работаем. Да, уже работаем. Но будем полностью загружены. Будем полностью, ну, предполагаемое количество прикрепленного населения до 20 тысяч. После визита в поликлинику произошла еще одна незапланированная встреча с жителями. Экскурсионная группа пенсионеров отправлялась в путешествие по Подмосковью. Перед отъездом решили пообщаться с губернатором, задать вопросы и сделать фото на память.